Традиционное боевое искусство возрождается в Индонезии. Называется оно бекси. Распространено в Индонезии, в частности, среди представителей народности Битави. В наши дни популярность бекси постепенно угасла. А вот власти взялись за возрождение традиционного боевого искусства. С 2010 года в стране работает специальная программа. Она включает обучение в 5 университетах Джакарты. Я хочу учить молодых людей из народности Битави, а также других, ценить индонезийскую культуру, особенно боевые искусства Битави. Этот народ знает по меньшей мере 12 видов единоборств, но бекси особенно популярен благодаря своей стратегии, которая соединяет защиту и нападение. Я изучаю это боевое искусство, чтобы сохранить нашу культуру и самооборону. Я также хочу иметь возможность помогать людям и бороться против преступности на улицах. В Джакарте в отношении женщин совершают много преступлений. Я занимаюсь этим ради самозащиты. Боевое искусство, популярное среди женщин, обучают бекси также в культурных центрах и даже начальных школах.